Обязательно с мылом и по всем правилам. Тщательно моют ладони и между пальцев. Даже первоклашке понятно, чистота – залог здоровья. Теперь можно и за стол. Сегодня на завтрак – макароны с сыром, кофейный напиток и фрукт. Кажется, ничего особенного, но ученики школы Горок Десятых довольны. У нас вкусно кормят, мне очень нравится. А что самое вкусное? Я не знаю, тут все вкусно. Тут есть омлет, сосиски, да, гречка есть. Ну а вообще вкусно в школе столовой кормят? Да. О выпечке местных поваров уже ходят легенды. Вкус пирожков из столовой до сих пор помнит выпускница учебного заведения Ольга Амельченко. Теперь талантом кулинаров восхищается и ее дочь Анна. Еда достаточно вкусная, но очень хвалит выпечку. У нас очень вкусная выпечка, мы тоже пробовали буквально на прошлой неделе. Выпечка очень вкусная. В этом учебном году в школе Горок Десятых учатся почти 1200 детей. Бесплатно питаются в столовой 900. Это ученики начальных классов и льготники. Поход на завтрак и обед по расписанию, как предписал Роспотребнадзор. Детки, вы знаете, любят кушать вкусно, лишь бы что-то они есть не будут у нас дети. У нас такие избалованные дети, что лишь бы что-то есть они не будут. На обед куриный суп с лапшой, такой же вкусный, как дома. Это секрет местных поваров. Кулинарная наша команда, это давно работает в школе, не буду скрывать. Во-первых, они все наши мамочки, кто-то уже бабушки, поэтому у них такая, знаете, двойная ответственность. Да? Они кормят не только детей, которые учатся в школе, но и кормят своих родных. Поэтому стараются, чтобы было вкусно, полноценно. Родители тоже не дают расслабиться поварской команде. Качество школьного питания проверяют регулярно. Слова детей подтверждают – вкусно и полезно, но пожелания все-таки есть. Многое зависит еще от того меню, которое существует, да, и утверждено в школе, да, на школьное питание. Ну и, конечно, качество продуктов тоже. Это очень важно. Вот. Конечно, есть некоторые вопросы, ну, скажем, по салатам. Хотелось бы внести какие-то корректировки. Мы, в свою очередь, уже писали письма и обращения на управление образования, на главу, с тем, чтобы, может быть, разнообразить немножко салаты. Проект «Родительский контроль» стартовал в Подмосковье в 2020 году. Принять участие в нем может любой родитель. О своем визите в столовую нужно предупредить заранее через школьный портал региона. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».